Всем привет! Всем привет! Сегодня мы поехали на соленое озеро. Там рядом есть пресное озеро и есть соленое озеро. Одно и щебное, еще как соленое. Ну вот это соленое, там грязь щебная. Ни разу там не были вообще. Находится возле деревни Окунёво. Это Бегрюжский район. Мы подъезжаем к Бегрюжью. Поехали в Бегрюжье. Бегрюжье тоже все строится, строится. Свернули с трассы. Сейчас еще 17 километров. Мы едем не одни, нас едет целая делегация, 3 машины. Сзади еще едет Сергей, брат Маши, и Александр. А еще приехал брат Маши Василий, которого мы встречали из армии. Потом покажем, когда приедем, он там... Он, короче, занялся ремонтом машины, автомобиля своего. Тут у нас озер слева, справа, везде озера. Чайки летают. У нас будет коллективный отдых. Нам не сюда? Нет, прямо. 10 километров еще. Рыбок хорошая, я считаю. Чайки, чайки. Чайки, да, хорошая рыбка. Наверное, рыбы тут в озерах, наверное, много. Церковь есть, представляешь, на рынке? Видел? Нет. Вон там. Красивый какой домик. Вон цветы растут. Цветы растут. Чай. Это школа, наверное. Земляне, наверное, строили. Была школа, была обычная. Заплатили час 50 рублей. 50 рублей взяли на 3 часа. А это сутки 300 рублей всего. А куда много же. Да мы уже не будем здесь ночевать. Всем привет. Травники приехали. Ну, держи пока. Травники. Вот это соленое озеро, а вот это пресное. Дружным коллективом приехали отдыхать. Только надо было студию вам принести. А так-то мелковато, да? Смотри. Вон дяденька, видишь, стоит как мелко. Очень мелко. Для детей самое то. Мы купаться уже. Батон. Что, без шлепок? Шлепок. Вот батон. А я тоже. Подождите, куда? Вон у меня в пакете. В этом термосе чай. Сейчас испробуем водичку. Это значит у нас соленое озеро. Здесь целебная грязь. Вот там люди ходят, обмазываются грязью. Вот она. Водичка, конечно, непрозрачная. Вот
Ну, тут мелко вообще, далеко. Люди ходят по пояс всего. А вот так вот нормально, в принципе, вода. Ноги видно. Но наподобие что-то песка. Такое не проваливается, да. Твердое. Местами грязь. Грязь. Вот она, грязь слепанная. Люди приезжают здесь, грязь вообще в пакеты набирают и потом увозят с собой грязь эту. Сходил, покупался. Ну как покупался, немножко так окунулся. Соленая вода, вон Славику попала в глаза, зажгло, пришлось его везти, промывать водой. Вода, конечно, непрозрачная. Че, Ваня, тоже? Тоже в глаза попала? Мой. Давай промоем. Там что, миллион соли уложили? Ну, может, туда надо, а на то Наташка? Сходить. Наташа. Вон оно. Брали воды из соленого озера, а там плавают какие-то штуки. Я даже не знаю, что это такое. Ты с хвостиком смотри, да? Вон, подскажите, вон. Что такое? Мы не знаем. На горбанцов не похоже. Вот она маленькая, а эти уже вот большие уже. Ну вон он, вообще большая плава. Все, поедем домой. О, видишь, мальки? Ага. Это много мальков. Вот они назреют. Все, поедем домой. Отдохнули хорошо, да? Всем пока. Всем пока. До новых встреч. Детям даже дают подарки. Спасибо, мы хорошо отдохнули. Хорошо, очень было. Покупались. Спасибо, да, вам. Приедем еще. Да. Мы рады видеть. Да, да, да. Здесь даже подарочки дают.